Красноярском крае закрываются ледовые переправы. В понедельник был закрыт переезд через реку Амыл в Каратузском районе на автодороге Каратузская-Старая Копь. Первомайск Мотыгинского района также нельзя попасть через реку Тасеева. Кроме этого, на Енисей заработали две переправы с судами на воздушной подушке в районе села Казачинского и Широкого Лога. Таким же образом переезжают на другой берег водохранилища жители Новоселова. На еще работающих переправах снижена грузоподъемность. Оперативную информацию о состоянии региональных автомобильных дорог, зимников и переправ можно узнать по телефону единой диспетчерской службы «Крудор» или на сайте управления.